Помните, ребята, разве это выразить словами, как они шагали от военкомата с бритыми вечно головами. Вспомним их сегодня все до одного, вымостивших страшную дорогу. Скоро среди нас уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми до вечно головами. И когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали над военкоматом с бритыми навечно головами. У нас с Димой вот удивительная история произошла. Значит, в мае 2006 года, 2006-го... Это песня для детского хора, на самом деле. Я почему-то убеждена. Да, да, Настя, дело не в том. Нет, понимаете, вообще не играет на гитаре. Что? На гитаре это контрабас. Леха врет. Сам вот так вот руку положить, он врет. Но он врет, он на контрабасе тоже не умеет. Нет, я на баллаке не умею. Не убирай далеко руку. Как это Саба Козловский сказал, на севере люди не врут, они лукавят. Еще вот жестко, красиво. Там пришел корабль и весь город ожидал. Горит восторгом каждый лик и каждый взор, восторгом плеч. Чего, когда тем более там бойс. Бля, минор, давай я подыграю. Ну это было круто, да. Сейчас вот было круто. Закажем сейчас. Блин, не толпа, и на рассветом вечер выпускной в школе, голуби, которых я поднял в небо, губы чуть соленые от слез. Будто в вышине синие птицы написали мне ее имя, чтобы эту память о любви. Попадаешь, но не любимый. Высоко над землей кружит стая, если смотреть наверх, кружится голова. Не пошел. Сделал. Осень укрывает бережно земли, просит старые привычки бережешь, свято мелочи приковывают взгляд.
Но когда тоскою защемит сердце, я спешу навстречу со своим детством. Он не может здесь сесть на сцене. Да-да-да. Любовно здесь оттянуться. Глаза. Давай! Опа-на! Вася что-то падает там. Халтуришь, Вася. Зарядку? Давайте, маньяки, Грошенко! Спускаться-то хорошо. А подниматься как? А вот ты можешь? Ну, всем лично стоит. Ой, ладно тебе. Я пойду прям так. Мама моя. Пойдем. Давай, будем видеть.